Нравится мне здесь сидеть, провожать закат, смотреть в окошко. Солнце заходит здесь на закате за вот ту гору впереди, вот по центру сейчас вдалеке гора, в 9 часов, без 5-9 по местному времени. По нашему получается 8. То есть все это время яркое-яркое солнце, и к вечеру температура еще больше нагревается. То есть тут самые жаркие часы, это даже не то, что день, а прям вечер. Ну, красиво тут. Начинают птички летать на закате. Можно позагорать. То есть в 7, 8... 9, до 9 часов. Вот я сидела сейчас на стульчике, загорала лицом. И рассвет. Тоже раннее утро. В 7 часов уже светло. Ну, в общем, тут почему-то длинный день. Это юг Франции. Рона Альпы. Август сейчас. 10-е, там, 8-е. Не знаю. Начало августа. Вот так вот красиво. Тут птички, вот там котик беленький ходил на балкончике. По-моему, голова его торчит, он там сидит. Белая кошечка в ошейничке. Птички тут делали мурмурацию именно на закате солнышка. Пролетает тут так здорово. Ну, в общем, нравится мне тут. И вот кипарисы, видите, прям... Вот эти вот кипарисы, прям вот такие вот везде шишечки красивые у них, как, не знаю, на юге где-нибудь у нас. Ну и много сосен и таких вот елей. Прикольно. Прикольно. Очень мне нравятся, конечно, виллы все эти. Виллы стоимость 400 тысяч евро. 80 по пол дома или целый дом. Если большой дом, то 700 тысяч евро. А квартиры 200-300 тысяч евро. За 150 можно маленькую студию. Но маленькая студия, это называется 38 метров квадратных. Я сделаю обзорчик. Сейчас солнце садится. Я сделаю обзорчик на цены недвижимости здесь. Ну, просто для интереса.